Первый автопоезд привез 800 тонн гуманитарной помощи от «Единой России» в Ростовскую область. До 28 февраля доставят еще 500 тонн предметов первой необходимости для жителей Донецкой и Луганской народных республик, которых размещают на территории региона. В считанные дни были собраны десятки тысяч коробок с продуктами, сухпайками, детским питанием, средствами гигиены, водой, бытовой техникой, одеялами и постельными принадлежностями, рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Он обратился с просьбой к тем регионам, которые еще не подключились, выйти на связь со штабом в Ростовской области и определить, что необходимо.